Теперь добраться до побережья Азовского моря станет легче. Для удобства славянцев и гостей нашего города с 23 июня действует автобусное сообщение по маршруту «Славянск на Кубани, пляж Оазис». Отправка осуществляется с остановки общественного транспорта автовокзала Славянска на Кубани. Время отправления 8:30. Время отправления из поселка Ачуево 17:30. Стоимость проезда 150 рублей. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону 8 918 647 43 84.